Продать кинотеатр «Импульс» с первого раза не удалось. Торги должны были состояться еще 7 июля, но из-за отсутствия заявок аукцион признали несостоявшимся. На продажу выставляли примерно третью часть в праве общей долевой собственности. Это около 3000 квадратных метров. Начальная цена части кинотеатра «Импульс» составила 35 миллионов рублей. Цена же на общую площадь сопоставима с ценой на концертный зал «Юпитер». Это около 100 миллионов рублей. Карточки совести могут появиться у нижегородских таксистов в ближайшее время. По мнению нижегородского УФАС, в этом добровольном документе необходимо декларировать высокое качество предоставляемых услуг. Тем временем в столице Приволжья более 10 тысяч таксистов продолжают работать без разрешения. У нижегородцев появилось новое мобильное приложение. Называется оно «Призма». Это афиша городских культурных событий и развлечений. Приложение держит вас в курсе происходящего в городе, при этом вы сами можете выбирать, какие разделы вас интересуют, а какие мероприятия вам лучше не предлагать. Правда, доступно приложение лишь пользователям iGadget'ов. Стали известны соперники БК «Нижний Новгород» на групповом этапе Евролиги УЛЕП. Нижегородцы сыграют с мадридским «Реалом», турецким «Эфесом», литовским «Жальгирисом» и итальянским «Динамо». Шестая команда в группе еще неизвестна, она должна пройти квалификацию.